Ну, бля, ну как же так? Потому что, блядь, там за 8 лет, сука, залили так бетоном, блядь, сука, да уебите его, блядь. Потому что эти долбоебы, блядь, неправильно, сука, делают. Когда по нам начинают хуярить, они должны хуярить в них, а не так, как наши, блядь, стоят, ебашат, блядь, целый день. Развернулись и съебались, а, блядь, а в нас ответка лежит. Хули, блядь, они в этих блиндажах сись. Я, блядь, когда видела, там эти, сука, блиндажи, там, блядь, бетона, сука, по 2,5, по 3 метра. Так какой снаряд их нахуй пробьет? Нихуя там их не пробьет. Они засели и сидят, сука. В этой Марьинке, блядь, ебучей. Там с ураганы, если будет ебашить, блядь, хуй пробьют ее. Хуй они отобьют эту Маринку, хуй. Еще этот, блядь, Чепушилин, пидорасина, блядь, ебучая, отказался от помощи России, блядь, в направлении Маринка, Красногоровка, сука, долбоёб, блядь, конченый. Лина, кума, вот, мы разговаривали пару дней назад, отправили, блядь, 1500 человек, блядь. Приехала Кисюня, блядь, 30 человек назад. То есть все, с кем я вот там вот, блядь, была знакома, сука, нет уже, блядь, никого. Просто, блядь, их нету. А у Алины муж без двух ног остался, блядь, и трое детей. Вражки все нахуй прячутся, ебать, никто не хочет ехать. Пацаны приезжали, саратовские, ебать, рассказывали.